трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждый пятый кировский водитель – трус, боится ответственности за свой проступок. Именно каждый пятый автомобилист в 2017 году, по данным регионального управления ГИБДД, скрылся с места аварии. 80% беглецов были найдены. И этот показатель, по всей видимости, будет расти, поскольку количество видеокамер в машинах и на улицах растет. Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП, пусть даже самого незначительного, наказывается лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток. Трасса 101. Министерство внутренних дел предложило ужесточить наказание за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса, по мнению ведомства, должна выглядеть так. Принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы до 4 лет, штраф до 500 000 рублей, сейчас от 200 до 300 тысяч, обязательные работы исключить. По словам полицейских, любители пьяной езды считают предусмотренную в настоящее время ответственность несерьезной. Трасса 101. Если письмо счастья пришло автолюбителю с большой задержкой, ему все равно будет предоставлена возможность оплатить штраф с 50% скидкой. Такую поправку в КоАП подготовила МВД. Причиной стала жалоба одного из граждан в Конституционный суд. Мужчина как раз долго не получал письма. 20 дней для льготной оплаты истекли. Суд же счел, что нерасторопность почты не является основанием для отказа в скидке. Трасса 101. Перед тем, как погрузить неправильно припаркованный автомобиль на эвакуатор, его водителя надо предупредить об этом СМС-кой. Вдруг прибежит и устранит нарушение. Это смысл законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами от ЛДПР. Это далеко не первая инициатива либерал-демократов по части принудительного перемещения транспорта. Причем они выступают тут на стороне автовладельцев, считая, что эвакуационные службы преследуют только одну цель – собрать как можно больше денег. Только вот по поводу СМС-вопрос. Водители обяжут оставлять номера телефонов под стеклом. Каждая десятая автоавария происходит из-за того, что водитель хочет спать. К такому выводу пришли американские специалисты. Опрашивая водителей, они выяснили, что почти каждый третий из них за последний месяц садился за руль в состоянии сильной усталости. По данным американцев, недосып в пару часов увеличивает риск ДТП в 4 раза. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.